Я тут иду по вечернему рынку. Да, этот телефон не любит ночную съемку. В общем, поменяла я уголки для кухонной стены и поменяла, ну и докупила дюпеля и саморезы. Итого еще доплатить. Сколько там? 1100 рублей. В общем, в большую сторону почему-то все время ремонт у нас уходит. Тратим и тратим, тратим и тратим. То там, то сям. Сегодня еще купили здесь ротбанд. Сторговались по 350 рублей. Три мешка. И церезит. Это грунтовка. Церезит Pro. Здесь она стоит 600 рублей. Типа так 650. Ну, как сами понимаете, рынок, можно слегка поторговаться. Они, в принципе, не против. Много павильонов здесь закрытых, не работающих вообще. А так, ну, здесь значительно много и позиций дешевле, чем в Леруа, в том же Мерлен и прочих магазинах. Жалко, что здесь нет кухон. Раньше здесь было много кухон, вон кухня на заказ. Сейчас почему-то все эти павильоны закрыты. А так я, конечно, с удовольствием бы присмотрела здесь кухонку. Вот работает большой павильон М-строй. А дальше там в конце продуктовые павильоны. Небольшой ряд продуктов. Здесь, кстати, можно купить ванны, душевые кабины, сантехника. Неплохой вот этот павильончик. И вот мы приближаемся к продуктам. Вот они уже начинаются. Здесь можно приобрести все, наверное, что хочется покушать. И, в принципе, это уже и завершение рыночка. Я тут недалеко заходила.